Троицке прошел 10-й традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2003-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 200 борцов из Москвы и области. Серпухов представлял воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Степан Ткаченко. Подопечный тренеров Павла и Михаила Касатовых сумел завоевать золото в своей весовой категории до 50 килограммов.